рассказывал. Что мы очень хорошо отпраздновали Дусин день рождения, посмотрели «Алису в стране чудес», как там, я не знаю, называлась, честно говоря, но познакомились очень хорошо с мальчиками, геями. А потом позвали шофера, я так всегда называю всех шофера, я все шеф, эй, шеф, а я какие шоферы, это же водитель, я говорю, шофера. В общем, шофера очень позвали к нам в гости, он пришел к нам, Дуся обещал музыкальный центр. На днях привезти. На днях, да, привезти, так что взял уж телефон, я там их как не разгоняла, они все не хотели уходить. Ну, в общем, как-то разогнала эту тусовку, теперь, в общем, ем паштет. Вкусно? Если, да, очень вкусно, безумно вкусно. В общем, Дусе нужен холодильник. Вот. Все.